Лиза! Мия! Мур-мяу! Тав-тав! Буся! Мур-мяу! Жоржик! Тяв-тяв! Вики! Кав-кав! Мур-мяу! Дэн! Мур-мяу! Тяв-тяв! Мур-мяу! Тяв-тяв! Кошечки, собачки! Мыльные пузыри! Надеюсь, Алиса уже готова, и нам не придется ее долго ждать. Ха, но это вряд ли. Привет, привет, Алиса! Привет, ребята! Пойдем скорее гулять! Мы хотим покататься в парке! Простите, пожалуйста, но я не смогу сейчас выйти. А что случилось? У тебя пропало настроение? Нет, у меня пропал Максик. Что? Как это пропал? Он убежал и куда-то спрятался, чтобы не мыться. И теперь мне нужно его найти. А почему он не захотел мыться? Это странно, Мур-мяу. Ведь купаться так приятно. Он что, боится воды? Ха-ха, вот трусишка. Ничего я не боюсь. Просто не хочу. Мне не нравится мыло и вода тоже. А, вот ты где, Максик! Спускайся, пожалуйста, иди в ванну. Я согласен мыть только лапки. Ах, так. Ну тогда мы с друзьями идем пить чай со сладостями. А Грязнуля пусть и дальше сидит один на дереве. Ну и пожалуйста. Эх, не сработало. Я так надеялась, что Максик захочет сладостей и пойдет с нами. Бедный Максик, нужно как-то помочь ему подружиться с мылом. Ребята, кажется, я знаю, что делать. Правда? Вики, рассказывай скорее. Мы устроим шоу мыльных пузырей. Ух ты! Вау! Вики, а что для этого нужно? Много-много мыльного раствора и разные приборы. Мой папа поможет их смастерить. Как здорово, Мур-мяу. И пусть каждый придумает себе номер. Я могу показать фокусы с мыльными пузырями. А я могу нарядиться в костюм большого розового мыла. А Алисочка пусть будет радужной феей. Да, Максик очень любит сказки. Думаю, он согласится побывать в мыльной стране. Выступление все готово! Ух ты! А это что за штуковина? Это машина для создания мыльных пузырей! Алисочка, Мур-мяу, а теперь иди скорее за Максиком! А мы будем ждать вас в цирке и репетировать! Ой, откуда здесь пузыри? Пф-пф-пф. Нигде от этого мыла не спрятаться. Здравствуй, Максик. Здравствуйте. А вы кто? Я радужная фея, королева мыльной страны. Не бойся моих маленьких друзей. Они добрые и веселые. Да. Кажется, они совсем не страшные. А еще они умеют смешить и удивлять. Правда? А как? Я тебе все покажу, если ты пойдешь со мной в волшебную мыльную страну. Там ты сможешь поближе познакомиться с моими подданными. Ну хорошо, уговорили. А то я устал тут сидеть и прятаться от Алисы с ее противным мылом. Проходи.
Иди, Максик, садись сюда. Спасибо. Здравствуйте. А вы кто? Я розовое мыло. Мы начинаем мыльное шоу. Это и правда настоящее волшебство. На арене цирка выступят мыльные акробаты. Ого! Смотри, какие огромные пузыри! Ну, а теперь твой выход. Ой, как это мой? Не бойся, идем скорее с нами. А зачем? Сейчас ты сам все увидишь. Вау! Я внутри огромного пузыря! Тебе нравится? Да! Мыло совсем не страшное. Осторожно, Максик. Не брызгайся. И почему я раньше не любил мыло? Купаться и правда очень весело и приятно. А я что говорила? Феи никогда не ошибаются.